Всем привет, с вами Волгова Чистый, сегодня мы играем в Global Offense, Counter-Strike, на сервере Хуеки. Я играть не умею, короче, играю. А, это свой, ладно, сейчас играем дальше. Итак, сейчас 16:36 по украинскому времени, по Москве, наверное, 18:36, ну, короче, ладно, играем дальше. Сегодня как-то все очень быстро, блядь, я очень быстро умер. Люди очень хорошо играют по сравнению со мной, я тут самый сосунок, ну вы знаете, короче, и так, да. Волчица сейчас сидит в Майнкрафт подракивает, поэтому мне решилось... Я решился подрочить, наверное, в КС. Подрочить? Подрочить, да, ну я это люблю делать, ладно. Те, кто любит подрочить в КС-ку, особенно в 1.6, ставьте лайк и просто ставьте, если вам похуй на меня. Ну, короче, мне самому похуй на себя, поэтому играю. Давайте быстрее, короче, играть. Бля, они меня хоть слышат. Может, когда ты мертвый, ты не можешь говорить? Да, я не знаю, я все думаю, что я... писать можешь. А почему у тебя не получится, а ты разговариваешь не с ним, другим голосом? Потому что моей девушке аккаунт. А, я просто подумал, что ты пикник. Я долбоёб, короче, ну ты понял. Я играю просто на девушке на аккаунте здесь. Сейчас начнется расспросы. А как твоя девушка играет? Блять, я пистолет такой взял. Как не могу покупать? Нет. Да. Все, я всех разрешаю тут на. Вот со снайперки. О. Тупо снайпер. В каком смысле? Сейчас буду убивать со снайперки. Молодец. Это свой кефир, блин. Нихуя себе. Блять, ну я почти попал. Не, ну вы видели, да, я сам так... Не перехвали себя. Я почти выстрелил, я просто не успел. Понятно так. Сука, гребаная зима. Она закончится. Да ну нахуй. Монета, участника операция расплата. Сука, я тоже так хочу. Да, сегодня будет, походу, унылая игра, я играть вообще не могу. Старайся, старайся. Я вообще не знаю, слышно ли меня. Что это даже не пробное видео. Ну ладно. Блин. Так. Мне надо нормальная снайп. Отъебаться вообще вот так вот. О, все, самый четкий набор Desert Eagle и АВП. Блять, наушники неудобные, очень просто. Все, играем дальше, короче. Сейчас их бомбануть тогда, только она не взорвется, наверное. Аккуратненько выходим, выходим. О-о! Ара, ара, выходи. А, это свой ара. Сори, ара. Извини. Суки. Ду-ку-ку-ку. Сука, изгнание, Жек. Автомат содовый станет полезным. Я только не знаю, что нажать, поэтому я не знаю, что нажимать. Трогать вообще. Я их порешал. Вы это видели. Графика здесь вообще улет. Так мы вроде бы... Ладно, я не знаю, что мы должны делать. Просто убивать, походу.
Оп! Ну это сделал почти я. Но опять я почти убил. Ну, я крутой. Окно раз. Так, бьем два. Я что-то видел. Ладно, идем дальше. О-о-о, меня прикрыли вообще. Крутой чувак. Я тоже. Я знаю, я очень популярный. Я просто иду и возле меня всех противников накладывают. Ну такой. Даже не пострадал. Что, приболел? Кто приболел? А чувак кашлял. Это зачем он кашлял в микрофон? Человеку стало плохо, он кашлял. Держи. Оп! Держи. Я убил одного! Да, я убил, но меня тут загнобили, короче, сразу. Это вообще чувак крутой. Бзикир. Бзиклер. О. Все, я его фанат. Вообще. Бздык называется. А нет, тут еще есть чувак адмирал вроде. Он круче. У него ник прикольный. Да, он крутой. Выйди за него, да? Я не хочу дальше надеваешься. О, у него ноги красные. Может, он поранился. Хей, еще и мужика на себе несет. Уж он гомосек. Гомосек. Еб. А где моя снайперочка? Так, пистолетик, экипировка. Не понял. Спехаль дать? Долбоёб. Потому что он долбоёб. Выкинул мне пистолет. Ты-то! Да. Я должен был попасть вообще. Думаешь, все хорошо? Просто я ультра. А если я зайду за террористов? Я должен быть круче вообще. Намного, да. Просто террористы легче. MVP. Чего он сказал-то? Ладно. Вот, возьмем АК-47, настоящий блатной хулиган. Ну, как я, в общем. Открываем дверь. Блядь, так мне ж завалит. Сука, это свой. Умри! Красава, я его почти убил. Что это такое? Это какие-то котейка маленькие у тебя. Это не у меня. А где? А это где? А это я сотру типа дополнение даже. А. О, орел. Игл. Или как он, да? Я не знаю, это орел. Блять, какой орел. Любимая, сделай мне поесть, пожалуйста. Ты голодный? Очень. Хочу тебя съесть и хочу есть. Сделаешь мне? А что ты хочешь? Я тебе уже говорил. До того, как снимаю. Лекие зомбики на руках ходят. Глянь, у них еще красные, смотри. Прикольно, типа, да. Нет, не трогай меня, мужичок. Мы будем друзьями, мы будем друзьями. Не убивай. Ух ты, касатка. Глянь. Хуятка. Угу. Ара! Я не понял, какого он тут. Вот это ты крутой вообще, малой, а ну еще зачитай, а? А что он сказал? Он АК-47. О, господи. Утконосики! И они голубые. Они голубо-желтые.
Это кто? Ебать, шо это? А, это медведь. Это. Опа, мы проиграли. Отлично. Обезьянки. Глянь. Так, следующая карта — Италия. Обычный. Что это такое? Обезьянка. Поставь такой мод себе. Угу. Так. За кого будем играть? За синеньких. Прикольно. Да. Группа ВК скачать. Да то, что я не могу идти. А, зачем? Разминка закончена. Офигенно. Опять не то нажал. Перестрелка на пистолетах. Отлично. Сука, в своего попал. Вот, смотри. Фишкой, мод. Вот это да, зажег, чувак, вообще. Скачать мод, скачать мод. Дай. Какая у тебя версия? 1.6.2. Алло, это какая? Это 1.6.2. Ну, вроде оно. Это не то. Это вообще какую-то хрень тебе качать будет. Я не помню, не знаю, как где оно там. Так, играем дальше, извините, простите. Вот, походу. О, Animals Mod, вот. Наверное, да. Опа, у нас 2-2. Я убил кого-то, а я вообще крутой. Был блатным человеком. У меня есть АК. Блять, эти заложки. Че за хуйня? Малыш. А. Че за хуйня? Ну попробуй открыть. Установка Bandu Media NC. Тут вообще какой-то Индия. Это точно то, что надо? Давай. Блять. Ой-ой-ой. Сори, друзья, не, я затупил. Не, это не то вообще. Да, а, это хрень, не на, забей. Дай. Это 7-Zip тебе скачивает. Я же тебе говорил то же самое, типа, хрень. Пропустить рекламу. Вот. Вот. И куда его скидывать, ты помнишь? Папку, Сэмс, ой, Сикстворм или куда? Бред. Чё? Модок, я тебе говорил, куда кидать? Собственно, установ. Закидывать в папку, Майнкрафт Модс. Поняла? Да. Так. Ааа, курица! Нам. Ой, нас опять двое, ладно. Идиот! Чуть меня не убил. О, я попал. Молодец, раз ты попал. Опа. Ух ты, какая пуха вообще, посмотри. Любимая.
Смотри, какая пуха, мне же нравится. Ух ты, смотри, можно смотреть оружие. Класс. Тут нету папки мудс, по-моему. Ой. Опа-опа, мы вместе закорешили, убили, о, отлично. Теперь выходим. Ой, свой. У них осталось двое, у нас четверо вроде. Бежим. Беги. Ой, я походу не заметил, но там было противника. Блин, ни хрена себе. Так, ладно, наблюдаем. Ну, нашла папку мод? Дай. Тут, да я знаю, я заходила. Ты там ничего нету. Не знаешь. Я заходила так, серый. Да я сделаю этой... все. Не так. Тупень. Шо, ну-ка. Хрень. Забыл где этот символ. Апдата. Ни хрена ты не понял. Майнкрафт. Нет. Значит, где-то в другом месте. Ищи, я не знаю, где. Я что делаю? Тебя. Ты же мне говоришь, как я не делаю, блин. А я что делаю? Я искала как раз. Ладно, да. Опа. Да. Ну, почти увидели, да. Стоп, я за синих? Да, я играл за синих. Так, у нас еще 2-2. Ух ты, какая пушечка. Разрисованная. Дали нормально. Так, продолжаем. Let's go. Блин, я пуху не купил. Так, отлично. Ой-ой-ой, какой дерзкий. Здравствуй, папка Мудс. Я нашла. Ничего не буду нажимать, так. Шо, вот это? Шо, вот это, я ничего не вижу. И шо? Ну, вот это? Ну. Да и... Все. Скинь мне в скайп тоже. Так, ладно, идем туда. Чтобы они не зашли. Так, тихо. А, ну почти. Ну как раз там сзади наш бежит. Так.
получается. Сейчас смотрим. Как их там делать можно? Как ты сделал красным хардкор? Оно так само пишется. Прикольно. Творчески, да. Так мы видим, священник раздает. Ему раздали. Ему тоже раздали, но он хорошо раздавал. Играем дальше, блин. Мне хватило топа на какую-то. Фамасную пуху. Я появилась, да. Глянь, прям возле деревни. Ну вообще класс. Так вот. О, сколько камней. О, хорош. Кони! Мне нравится топуха. Ой. Ладно, смотрим, наблюдаем. Овца, корова, курица, спутница, лошадь, походу не тот файл. Что тот файл? Ну, там много одинакового названия, считай. Ну, смотри, ну может, потому что я несколько вот раз скидывал. Вот это было один, вот это было... Может, потому что я несколько раз ты скидывала? М? Вот, Animal Mods, вот. Ну. Скидывай то. То можно удалить. Так. Продолжаем игру с Фамусом. На счет 7-7 Николай выиграет. Священник. Самый крутой чел. Он священник. Тут, возможно, кто-то будет. Курочка. Опа. Идем дальше. Чем тебе не понравилась курочка? Хотел ее просто съесть. В чем здесь курочка? С чем ты трогаешь курочку? О, я одного убил, походу. Да, 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 я, походу, убил одного. О, отлично, играем дальше. Опять! Четко вообще. Ну и как получается? Что-то ничего, сейчас пробую полностью перезапустить. Ну правильно, надо выключать игру при этом как модуль. Я выключила ее. Ну. Только я заходила, она не закрывала эту фигню саму. Пробуй. Бот. Хочу бот. Ну что-то неправильно сделал. Да все правильно, эту папку скинули в нос. Поищи их на карте. На карте тоже не буду, если у меня их нет. Нет. Ну хорошо, пойдем сейчас. Не факт. Мою. Посмотрим, если он занят. Давайте посмотрим у другого человека. О, священник. Отлично. Нету тут этих китов. Быстро, дерзко. Завалил террорист нашего священника. Террористы победили. Террорист win. Ух ты. Я грибал, блин.
Ура, Италия. Ну смотри, что ж тут. Вот, все правильно. Попробуй открой именно... Дай. Все заработает, дай. Просто запускать надо не так. Сейчас. Не тут Майнкрафт нашел. Ты два раза открыл. Блин. Ну ты поняла, короче, заходи. То я занят. Снимаю видео. Так, играем дальше. Что тогда этот Майнкрафт вообще здесь? А ну хоть у кого-то микрофон есть. У меня есть микрофон, а что? Опа-на! Что? Покань свою пуху. У тебя хоть есть какие-нибудь разукрашенные, а? Я ж не знаю даже, где их взять. А, их надо их выигрывать. Натупи человека. Прикольно. Вот это классная пуха. Я репит, чувак. Оскорбляешь человека. Так, я с Карпов иду вместе. Мы сейчас будем атаковать террористов. Будем бороться за справедливость. Саргут. Окей. Ты ж ты иностранец, то Саргут, то окей. Определись. Я по-всякому буду. Ты сейчас скажи доброе, хорошо. This is good, доброе, хорошо. Доброе, что ж там, блин, я уже не помню, что там. Сейчас мозги, главное поиграть в голове. О, господи, я же дёрнулась, я сама дёрнулась. Я в доме. Ты в дупле? Или нет? Ты не в дупле? Да, это очень классно. Короче, мы должны донести, его не убивать. Красава. Я не могу найти прикрыть, хорошо, если я помогу. О, офигенно, я куда пушку взял, смотрите. Разукрашенную. Пойдем по тому входу. Идем, идем. Оба убили. Охренеть. Кто мог бы додуматься? Иди за мной. Окей. Ну вы чё?
Забрали. Забрали, пошли. Я уже удер на базу. Ставьте мне бот. Пожалуйста. Пиздец. Смотри. Ну? Окей. Давай, бери. Бери, бери. Я нечаянно стрельну. Мне деньги отобрали. Нормально. Не, у меня 7000, это охуенно. Тебе за сколько лет? Сколько? Мне сколько, тебе сколько? Ну мне 18, ладно. 18. Четко тогда. Да. Старик. Если 18, мне 15. Че, правда тебе 15? По голосу, честно сказать, не скажешь. А сколько ему по голосу? По голосу, конечно, не скажешь. Тебе лет 11 по голосу, 12 максимум. Ивай, комплимент. А тебе тогда сколько? Малыш. Ну что, людям хамишь, малыш. Ну, судя по борзости малого, да, ему лет 8, да, чувак. Ну вот ему, да, еще 13 по голосу примерно есть, да. Давайте играть уже. Я буду бомжом собирать пухи. Дайте мне пуху, дайте мне пуху. Хотя не, лучше не надо. Хотя... Эх, чудо моё. Я профит. Дюк. Дюк. Меня напугали, я тут умру, думал. Не умирай. За столом тут. Опять напугали. Ставьте мне одного. Ну почти успел. Конечно. Они всегда первые. Это 10 000. Охеренно. Так. Ну же, давай, давай. Слушай, я так кашу вообще по-жесткому. Давай, детка. Ай, да свой. Юханый бабай, он калечья.
Ладно, смотрим дальше. Каждого приручить можно, блин. Бля, и будет за тобой бегать. А, клеточек не хватило. Смотри, поиск. Играйте за спецы, пожалуйста. Окей. Все. Ну, то есть микрофоны. Ну, и боты с нами тоже. Так, продолжить. Как пухи, блин, выиграть? Интересно. Ладно. Так. Поехали. Поехали, галимый мод. Чё так в нём такого крутого? Чё, там ничего не добавилось? Нет. Там галимый мод, тупо подходишь, рукой трогаешь животное, оно начинает сердечками. Чё, это весь мод, там же были животные. Не, другой там, я уже смотрю другие. Что-то этот не пошел, я его закинула куда надо. Не то взял, не то купил. Не вижу я животных. Все на крышу, все на крышу. Ну, да. Я тебя калечь вообще не могу. Куда же ты дерзкий убежал? А вот. Да не кикай, нормально, пускай. Ну, оружие, блин, ладно. Смотрю, кто тут поставь играет, да? Я нет. Четко, чувак, в щит так получил. Так. Так что, едем уже или нет? Будем ехать? Не знаю. Короче, у нас небольшие проблемы, видео будет чуть-чуть реже выходить. Все, до скорых встреч. Пока.